спрашивает мне начальство. Привитый? Вы привитый? Я говорю, нет. А хотите? Я говорю, естественно, хочу. Записывать? Я говорю, конечно, записывайте. Как хорошо, да? Главный бухгалтер говорит, я же тоже привилась. Я говорю, ну и как прошло? Да, говорит, никак, нормально. Рука, говорит, только сильно болела. Ну, у меня не сильно, чуть-чуть. У меня тоже не болело. Так вот поднимаешь его, как определенно, и все. Да, да, даже синячка не было. Мочить нельзя. Ну, это понятно, да. Ну, понятно. Я думаю, так, а как же душ принять? Заматывать. Нашел лейкопластырь, вот это же водонепроницаемый. Да, да. Смотрел, смотрел, думаю, куда его клеить, где тут кололи. Ну, думаю, по-моему, здесь. Наклеил. А уже в душе там свет поярче. Смотрю, уже мокрое. В тот же день. Ну, ради бога. Думаю, ну что, нельзя мочить. А потеть и попыли, вот это ездить, тем более в августе жара. Ну, да, мокрый, да. Пыль летит, грязь летит, значит можно, а помыть с мылом нельзя. Думаю, это что за ерунда? Помылся и потом все остальные дни, и, там, сказать, ну, да, три дня не мочил. Мочил, ничего страшного. Не, ну я нет, конечно, не намочила. Слабый сигнал сети. Завязывала вот так пол руки, заклеивала тут с лопатовым пакетом. Не, я... Это такое. У меня больше рука болела, в прошлом году делала прививку от ВИЧа. Больше болела, вот такая распухла, тут такое было красное пятно. Я побежала назад, говорю, что это такое, объясни. Попейте антигистаминное. Ну, я попила на том и дело. Прошло, да. То есть у вас какая-то аллергия небольшая есть. Ну, на яичный белок, как правило. Вот, и все. Так я говорю, от той прививки больше было проблемы, чем от этой. Быстро или... Я была уверена, что у нас, блин, Бог милый, если там пройдет мимо. Ну, тут живем только в надежде такой. Проскочим. Не проскочили. Не проскочили. Там вот товарищ, вот мастер, который машину делает, племянница, говорит, в Крыму, в реанимации. Приезжаю через 3 дня, похоронили. Ой. Причем ее и мать. От короны. От короны. А племянница, ну, он моложе меня лет, по-моему, на 5, на 6. Соответственно, племянница до 30. Ой. Ну и матери, значит, соответственно, столько же, сколько примерно и нам там. 50. Непривитые. Да не спрашивал я, но он привился, он еще не завезли эту же прививку лайтовскую. А Влад, он договорился с военными, вот эту 2.